Здрасте, здрасте, мы набрали тридцаточку и стремимся дальше. И сегодня у нас очередной обзор очередного кальяна от MacLeod. Это новая ихняя серия X. В этом году очень много разных X. И то ли, скорее всего, это больше хорошо, чем плохо. Почему? Потому что это стимулирует их выпускать новые модели, более технологичные, более интересные и более совершенные. И я могу сказать, по моему мнению, что данная модель MacLeod X — это совершенный кальян по моим взглядам. А объясню, собственно, почему во время сборочки этого кальяна. Начнем, наверное, с первого сегмента, в том, что мы держим за ручку, сука, и видим правильно нанесенный логотип, что с этой стороны, что с этой стороны. Ты такой идешь, и все видят MacLeod, а тут-то типа время расслабиться, там что-то еще, типа время расслабиться, время MacLeod. Ты такой весь охуенный, на веселее идешь, да? Давайте смотреть, что у нас, собственно, внутри данной упаковки. Мы открываем. Кстати, да, MacLeod стал интереснее комплектовать. Это хороший ложемент из поролона. Все очень красиво лежит. Так, у нас есть вот такая коробочка. По моему мнению, она, сука, пиздец смешная. Я просто не понимаю, как ей нужно пользоваться так, чтобы как-то ее закрыть. И вот что вот это такое? Скорее всего, вот эта дырочка должна была быть здесь, и открываться он должен был быть так, но, походу, ее неправильно нарисовали, и по этому рисунку ее распечатали и собрали как-то, ну, блядь, неправильно, я не знаю, но она смешная, сука. Идем дальше. Здесь также есть инструкция, как собрать кальян, потому что реально, да, я немного протупил, и я начал уже ругаться на MacLeod, думаю, блядь, какую-то деталь забыли прислать. Короче, эта инструкция, она очень интересная, ее можно будет почитать, да? Так вот, давайте разбираться, что у нас есть здесь вот такой вот тумбус, и он очень завораживает, ты вроде смотришь, здесь вроде все есть. А что же в этой штучке, как бы, ты такой думаешь, блядь, что же в ней, так трясешь. И словно маленький ребенок в свои 8-10 лет, как будто открываешь киндер и находишь там, собственно, вот такую вот игрушку. Это, собственно, та самая вставка Египет, которая есть в нашем кальяне, и MacLeod, собственно, первый, кто начал хуярить такие вставочки. И продолжает. И причем сейчас такие ставочки они делают, что, блядь, достигает стоимости до 800 тысяч рублей, да? У нас есть вот такая вот штучка Египет. И, собственно, вот здесь вот эта ебучая солома, которую я нахуй просто ненавижу. Далее. Совершенно новое основание. Так, стоп. Совершенно новое основание, я объясню почему. Потому что компания MacLeod, это, наверное, одна из немногих, даже одна из нескольких компаний, которая реально слушает потребителя. Мы все жаловались, что, бля, нам не нравится клапан, не нравится продувка. Ребята сделали охуенный клапан. Вот нам не нравится то, что кальян не продувается. Кальян продувается. Вот нам в MacLeod не нравится, там, что нельзя купить только шахту, приходится покупать весь комплект. Окей, теперь кальян MacLeod можно купить как просто шахту, так и купить ее вместе только с колбой, или вместе только с мундштуком, или вместе только со шлангом, либо купить все сразу. Компания MacLeod дает возможность просто максимально собирать комплектацию кальяна, и это очень удобно для магазинов и до оптовых представителей, потому что магазин может заказать только шахты и путем этого зарабатывать деньги тем, что они будут комплектовать кальян MacLeod своими мундштуками и своими шлангами, то есть продавать и накидывать покупателю больше возможностей собрать его любимый кальян. Так вот, идем дальше. Клапан сделан реально нихуево просто, охуенно. Он здесь так вот раскручивается прям гладко-гладко, и здесь у нас О-ринг-кольцо. Если внимательно приглядеться, то можно увидеть маленькую резьбушку, такую, за которой вот прям сцепление с пальцами очень хорошее. Тоже охуенно продумано до мелочей. Также коннектор.
сделан ровно точно так же. Он, конечно, закручивается. Дальше есть о-ринг колечко, которое все это держит. И если присмотреться, то здесь тоже можно увидеть ту самую резьбульку. Далее. Идем, наверное, к такой мелочи, но очень приятной. Это маклаудовский индивидуальный мундштук. Не самый крутой, не самый супер, но иногда и такого не хватает. И это нихуево. Как бы, ну, отдел. И я, собственно, так сейчас и сделаю, потому что я забыл свой одеть. Вуаля, все круто. Обычная резиночка, максимально простая форма крепления. Стандартный коннектор уже вместе с резиночкой, также из нержавейки. То есть весь кальян сделан, грубо говоря, из нержавейки. Это очень круто. У нас есть верхняя основная часть шахты, и она состоит из трех частей. То есть это первая часть. Да, мы ее сейчас открутим. Маклауд. Ты, наверное, уже знаешь, да, что нужно поменять в следующей своей модели. И она состоит из трех таких частей. Суть такая, что мы накручиваем первую часть. Крутись, крутись, блядь, пол выпуска на это потрачу сейчас. Вставляем сюда нашу вставочку. И, собственно, закручиваем. Вуаля, собственно, шахта у нас готовая, и она охуенная с таким фараончиком. Ну, или с каким-то плебеем, там, хуй пойми кто, да? И, конечно же, финалочка, это наша погружная шахта. В отличие от многих колянов, на нашу погружную шахту и накручивается основная шахта. То есть, основная шахта, в принципе, не контактирует с основанием. За что мне нравится Маклауд, то что здесь вот так вот можно просто одним пальчиком все это накручивать. И до упора. И здесь, собственно, так же. Мы вставили. Перевернули и потихонечку, собственно, крутим. До стоп. Стоп. И стыков почти, в принципе, не видно. Есть у нас также блюдце, оно вот в этой смешной коробочке. Самое стандартное, толстое, нержавеющее блюдце от Маклауд. Здесь тоже есть о-ринг кольцо, чтобы ничего не болталось и сироп не затекал по всей шахте. Собственно, мы собрали всю шахту. Оп. А, да, вы заметили, что теперь шахта не на резинках. Это также связано с тем, что большинство покупателей, потребителей жаловались на том, что им не нравится резьба, им не нравится клик-система, им не нравятся родные колбы, и они хотят экспериментировать с внешним видом своего Маклауда, и вуаля, они сделали это все на обычной резинке, подбирай любую колбу, какую хочешь, и все в таком духе. Так вот, давайте теперь сейчас все это взорвем. И пройдемся. А, кстати, да, еще есть маленький пакетик. В нем дополнительные шарики и всякие такие колечки-малечки. Так, давайте взрывать. Подтяги. Тяга легенькая. Прям легенькая-легенькая, хорошая, приятная, с хорошим бурлением, хоть и, собственно, у нас диффузор. Продувается все идеально. Ход шарика мощный, то есть можно прям реально продуть. Прям хорошо. Если старые модели, то есть классические модели Маклауд, если бы я вот так сидел бы и сделал бы вот так, а мне пришлось бы платить за новый кальян. Потому что я бы все к хуям затопил бы просто. Что касается цен на данные модели. Моделей, в общем, 6. Я вам сейчас скажу, какие. Это Маклауд X Simple, то есть без вставки. Маклауд X Bolt, Египет, Кольцо Лев, Медведь и Череп. То есть, да, вот такие 6 моделей. И они по цене, в принципе, немного различаются. Но цена просто охуенная.
То есть, особенно для магазинов и оптовиков, там можно ловить такую маржу, прям просто хорошую вообще. То есть, почти даром отдают. И мы, собственно, и идем к моей теории, что совсем скоро мы можем купить полностью нержавеющий кальян за 1000 рублей. Да, пришел 1000 рублей, дал, пошел, покурил кальян и выкинул его нахуй. Теперь... по основным таким вещам. Продувка, бля, просто охуенная. А, то, что как он сделан, сборка, качество, обработка, тоже супер. Колба продувается. Дай-ка я четвертый накину туда. Уголек, а то что-то прям вообще жара не хватает. Цена супер. И теперь, я думаю, можно сказать, что на данные модели Маклауда я выбил скидочку 10%. И, конечно же, бесплатную, сука, доставку специально для тебя. Все, что нужно, это нужно зайти на сайт компании Маклауд. Ссылочка в описании. А, висит там промокод вот такой вот, DAVA. А, и автоматом ты получаешь скидку и, конечно же, бесплатную доставку, но есть проблема. Или не проблема, это ограниченное действие данного промокода. Она длится до 4 сентября, с 25 августа по 4 сентября. У тебя есть возможность заказать его со скидочкой и, конечно же, с бесплатной доставкой, что делает скидку гораздо еще привлекательнее. В целом, кальян мне дико понравился, и вот начиная от комплектации, как он сделан, это совершенство, по моему мнению. Да, вы сейчас пизанете продаж на обзор и все остальное. Да, компания Маклауд мой партнер уже очень-очень много времени. Но при этом у нас с ними все немного максимально прозрачно. Если что-то мне не нравится, я обязательно это говорю на видео. А, чтобы они быстренько, оперативно могли это, собственно, исправить. Вспомните ту ситуацию, как я их дико хейтил за их клапан, блядь, и за все остальное. И то, что у них колбу хуёво можно помыть, потому что узенькое горло, и хуй достанешь. Поэтому как бы все чисто и прозрачно. Поэтому, ребят, дерзайте. Промокод DAVA на maclaudshisha.ru. Плюс бесплатная доставочка и, конечно же, скачушечка. Это Маклауд X Египет. С вами DAVA Дым. Увидимся.